Внук северокорейского лидера, покойного Ким Чен Ира, едет на учебу во Францию. Ким Хан Соль будет осваивать политологию. 18-летний парень – племянник нынешнего главы республики Ким Чен Ына. Его отец, старший брат Ына, был исключен из числа претендентов на главный пост Северной Кореи после попытки въехать в Японию по поддельному паспорту. Он уверял, что просто хотел с сыном посетить Диснейленд. С тех пор семья пребывала в фактической ссылке в китайском Макао. Ранее в своем интервью будущий политолог Ким Хан Соль признался, что никогда не встречался ни со своим знаменитым дедушкой, ни с дядей. Елена Гнесь, Светлана Чернецкая и Ольга Головина. Подробности телеканал Интер.